140 миллионов рублей – это сумма грантов, которые должны получить североосетинские фермеры в этом году. Деньги выделяют по национальному проекту «Малое и среднее предпринимательство» и «Поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минсельхоза. Всего в этом году республике по нацпроекту выделили более 185 миллионов рублей. 140 в виде грантов отправятся фермерам, которые состоят как в уже действующих кооперативах, так и во вновь созданных. По данным ведомства, на начало года в республике зарегистрировано 16 действующих потребительских кооперативов. Сейчас создали еще 8 новых. Они объединят фермеров, занимающихся овцеводством, молочным скотоводством. Также в списке те, кто разводит рыбу, а также выращивают овощи в закрытом грунте.